Всем привет! Мы приехали. Где Миланка? Скажи привет! Ехали 2 часа с копейками. Приехали. Какая красота тут. Тут будем палатку ставить сейчас. Смотрите, какой вид красивый. Обалдеть! Тинка вон бегает. Вот такой у нас вид. Beautiful? Угу. Тебе нравится? Классно, правда? Супер. Так, сейчас мы пойдем посмотреть, какие тут удобства. Сразу. Ой, внизу, да, вон какие-то маленькие. Мне кажется, это ламы с лошадками стоят. Откуда тут верблюды, котик? Пойдем проверим туалет и душ, посмотрим, что как. Здесь у нас что? Здесь у нас мыть посуду. Под крышей все красиво. Кран. А вот это туалеты. Сейчас я встаю, собака, потом зайду, посмотрю, как там. Ужасный туалет. Ну, сейчас я пойду посмотрю, что там за туалет. Зато вид мне нравится. Я довольна видом. Нет, туалет нормально сойдет, такой ужасный. Зашла. Мокро, да, пол мокрый. Что тут есть? Раковина, унитаз и душ со шлангом. Душ со шлангом — это хорошо, но жалко, что тут нет этой занавесочки, шторки. Да, все, моешься, и все будет мокрое здесь. Да, даже такой... Штучки делаешь, кайф. Вечер, вечерочек. Сейчас что-нибудь будем жарить. Вид красивый очень. Сейчас еще закат. Вообще. Ну как, тебе нравится здесь? Что тебе здесь нравится, расскажи. Фламинго крутить. Веселое занятие. Мне нравится этот вид, и оно качается на покрышке. Да? Мне нравится вид этот. Закат сегодня бомбезный. Просто вау. Что это? Да, что это? Медуза. Это медузы валяются. И там много. И там. И вон там мама далеко. Миланочка кайфует. Да, Миланочка? Ты кайфуешь, Зайка? Классно тебе? Нравится? Классно? Супер, правда? Волны, да. Класс. Где Тинка наша? Тинка! Тиночек! Тиночек не любит купаться. Она не хочет идти в воду. Да, не хочет. Там папа наш сидит, загорает. Благодать. Вообще, погода огонь. Вид, тепло, солнышко, море. Что еще надо? Там купаются. Ай, компашка. На кругах, на матрасах. Кай, вообще. И тут тенок отдыхает мой.
Иваночка играет с кристаллом. Наши палатки стоят, чуть выше поднялась. Сегодня опять закат красивейший. И вид такой супер. Горы, море. Просто вау. Ну все, Тинка, будешь скучать по этому месту. Мы уезжаем. Собрались уже. Вид красивый. Такой закат смотрели мы 2 вечера подряд. Миланочка, тебе понравилось здесь? Да, понравилось. Еще хочешь? Ну как-нибудь сюда приедем, еще запомним это место, приедем еще сюда. Уже на подольше, не на 2 ночи. Мы взяли на прокат каяк, плывем. Миланочка, солнышко, как ты? Нравится? Нет, ей страшно. А Тиме нравится, он сидит. Да, он да, вид да, какой. Да. Да. У нас врезалась 2-я каяка.